Умение прощать усиливает веру в себя, но разочаровывает в людях. Почему, простив, часто на сердце не становится легче? Предательство убивает доверие и надежду, и ничто не сможет восстановить и вернуть веру назад. Это как смерть, смерть в отношениях. Почему родные гадят больше, чем чужие? Почему любовь порождает ненависть и злость? Почему тоска одинока, как вдова? Почему печаль смотрит только вдаль? Почему беда не путешествует одна, а человеческое скотство — душевное уродство?